Итак, всем здорово, почтенные ребята и девчата, мы продолжаем выживать в зомбоге, на испытании просто не ваш день. В прошлом видосе меня покусали, но не заразили, всего лишь порвали мне перчаточку и штанину. В этот раз я постараюсь быть намного аккуратней, потому что все-таки одежда, она спасает не со 100% вероятностью, поэтому... Так, мы находимся в баре, сейчас время 8 вечера, он очень хочет спать. Я, по-моему, собрал все, что в этом баре нашел, да куча алкашки. Я предлагаю сейчас хорошенечко накидаться и на боковую. Че у меня вообще по планам? Так, умеренный голод. Я сейчас худею, да? 86 килограмм уже. Как бы нормально. Вот этот вот дебаф, лишний вес, он как только пропадет, мы сразу начнем нормально есть. А пока на голодный желудочек, наверное. Сейчас хорошенечко выпьем и ляжем отдыхать. Так, у меня сейчас что, в рюкзаке еще получается, да, тоже? Тоже пивасик, винишко, все остальное. Да-да-да-да-да, точно-точно. Тогда давай пивка бахнем. И будем потихонечку ложиться спать. Может быть, что-то еще можем почитать на ночь, чтобы немножечко попозже лечь. Не прям 8, а, ну, я не знаю, типа часов 10 примерно. А почитать особо ничего нету. Мы можем... У нас есть нитка. Если у нас есть нитка с собой, то мы можем позашивать себе дырки. Полоски кожи есть, тряпки есть. А вот ниток нет. Поэтому, видимо, придется этот момент немножечко отложить на потом. Ладно. Всё, давай еще баночку бахнем. Алкоголя очень много. Килограмм 20-30 набрали, да, алкоголя, поэтому можно все это пить и не жалеть. Часть с собой заберем, часть сейчас выпьем. Так, у меня сколько будильник стоит? Настройки будильника. 8 утра, ну хорошо пойдет, и можно, в принципе, так вот чуть-чуть посидеть и ложиться спать. Так, а здесь окошко открыто, да? Или закрыто? А ничего, в принципе, мы же на втором этаже. В принципе, ничего такого, что оно открыто. Давайте спать. Ему немножко холодно тут. Так, 7:40 проснулись за 20 минут до будильника. Ну ничего, нормально. Так, что по весу? Он падает с такой же одной стрелочкой. Я хочу подождать, пока он будет падать с двумя стрелками. Я не знаю, на самом деле, может это произойти вообще или нет. Но на утречко просрочку какую-нибудь сжать можно, на самом деле. Кусочек пиццы есть. Чипсики есть. Кусочек пиццы можно доесть, наверное. Давай, дойди. Вот и будильник прозвенел. Все, легкий голод. Позавтракали. Давайте писать дальше. Так, сейчас нам что нужно сделать в первую очередь? Да, вот мы этот бар заняли. Нам нужно, я думаю, вернуться и сложить все эти самые... Все наши вещи на заправке. Всю алкашку, которую насобирали, потому что... Таскаться с таким весом дальше по городу, я думаю, идея не очень хорошая. Тогда погнали. У нас сейчас одноручное оружие, дубиночка. Так, здесь трупешники лежат. Можно, на самом деле, порвать у них немножко одежду. Ага, я понял. Не получится. Нужно уже сваливать прямо сейчас. Потому что там уже, видите, нас заметили. Немножко нитки набрали. В принципе, неплохо. Так, зомбоид пока мне чуть лагает, потому что прогружается. Только-только я вышел. И прямо сейчас, наверное, давайте будем двигаться. Двигаться обратно. Где-то на дороге я скинул машину. Можно ее было бы забрать. Ехать бы на машине. Она прямо на дороге там стоит. Зависит еще от того, сколько там зомбей. Но мы попробуем. Это высокий забор, да, я его не смогу перепрыгнуть, не сбросив сумку. Поэтому давайте будем обходить.
Хорош. Так, тут мы молотов сожгли один. Это я помню, это я знаю. Стук у нас проходит, зато появилась тревога. Это значит, что нужно покурить. Кури. Сигарет тоже много набрали, на самом деле. Ну, 20 штучек есть, по крайней мере. Руку сложили. О, сейчас бы это самое, лишнего внимания это не привлекать. Что-то их тут прям очень много. Тачка вот здесь стоит. Возле тачки, прям рядом, вроде никого нет. Поэтому сейчас с девушкой вот с этой вот разберемся и сразу сядем в машинку. Что такое? О, и у нее сигареты есть. Смотрите-ка, давайте-ка возьмем. Сигареты всегда нужны. Сейчас, короче, едем на заправку, скидываем все, что набрали. Тошнота появилась. И после этого, блядь, давай-ка быстренько, давай-ка. И после этого пойдем уже дальше. Смотреть город, изучать, лутаться, ну и так далее. Тошнит его прям. Ну что поделаешь. Да, их тут прям много, да? А это не то здание, которое мне надо. А у меня там заправка, это следующее здание. Я тебя понял. Вот она наша машиночка. Давайте-ка быстренько, быстренько, пока никого здесь нет. Пока они меня не так сильно преследуют. Сейчас заберемся, и они нас потеряют. Здесь бы дверь, блин, здесь двери нет, тут это плохо прям. Могут они ко мне прям подняться, прийти. Ну, сейчас затаимся, наверное, не станут они подниматься, не знаю. Я бы на самом деле... Ну ладно, если что, вот отбежим в этот... спаленку, отбежим. Так, сигареты сюда сбрасываем все. Хорошо, и, наверное, алкашку тоже сюда можно скинуть. Вот, подходят они, рычат. Пока что внизу рычат. Внизу, возможно, даже на заправку, на саму уже в здание зашли, но они сейчас внизу. Пока что не поднимаются, это хорошо. Очень много насобирали, прям очень-очень дофига. Еще здесь. Чисто 20 килограмм. Алкашки. Нахера мне столько? Непонятно. Коктейль Молотова есть. Так, здесь ниточки у меня где-нибудь сброшенные? Нет, я бы на самом деле ниточки. Ниточки бы на самом деле пособирал бы. Давай-ка сигаретки все сюда сложим. 345 сигарет у нас. Это очень много. Я не знаю, зачем мне столько. Но раз есть, что, давайте. Курить будем. Досыта. Так, бери монтажку и потихонечку будем пытаться выбраться. И прям здесь, да? Да. Так, выйдем отсюда. Что такое, ребят? В чем проблема? Побеспокоил вас кто-то, да? Точно. Долго здесь находиться нельзя на улице. Здесь очень много трупов, они воняют. Персонажа из-за этого тошнит. Поэтому сейчас всех быстренько разберем и пойдем дальше обратно в город. Смотреть. Искать. Зажигалочка еще одна. Убитая. Ну, точнее, севшая. Так, эти уже внутрь пролезли и окнами ломают. Собаки. Чего такое, не понял. Что за вопросы? Что за проблемы? Колота. Что ты, блядь, ломаешь мне тут все? Падла. Школьный рюкзак.
Испорченный плавленый сыр. Неплохо. Так, что ж, погнали. Так, тут даже, смотрите, раздавленный товарищ прилетел. Приполз к нам. Так, ну бензин еще есть. Давайте-ка на всякий случай мы с вами возьмем аккумулятор от тяжелого автомобиля. На всякий просто случай вдруг найдем. Вдруг мы с вами найдем грузовичок хорошенький, получше, чем наш. И нужен будет аккумулятор. А он где-то же здесь должен быть, нет? Или он у нас... А, он у нас в этой нашей машинке сидит. Блин, точно. А дополнительно мы не находили, да? Угу, точняк. Ну ладно, чё. Мистер бензина. Так, а сюда у нас еще 80 килограмм, кстати, влезает. Можем, на самом деле, все, что мы насобирали, попробовать забрать с собой на машине и уехать в лес. Типа дальше в лесу выживать. Но у меня очень сильное желание посмотреть, все-таки поизучать, что у нас. Что у нас еще найдется в этом городе. Эту машинку я уже сильно не жалею, как бы. По возможности там давлю всех. Ну, точнее сказать, если нет возможности объехать. В принципе, я не переживаю. Единственное, она мне лишь бы не поломалась в самый неподходящий момент. Это было бы обидно. Так, получается, у нас сейчас вот здание мы не посмотрели. И вон то здание не посмотрели. А дальше уже дома. Дальше можно уже в домиках тормознуть будет. И потом из домиков бегать вот сюда в центр. Как-то так давайте. Вот здесь у нас, по-моему, церковь. Это вот здание. Это здание не знаю, что. Это тоже не знаю, что. Есть ли еще здесь где-нибудь полицейский участок, где мы сможем патронов набрать? Тоже как бы вопрос. Да, их тут прям очень-очень много. Прям до хера. Так, ну да, вот, ну это здание, вот сейчас посмотрим, и вон то зеленое тоже сходим. Как раз надо будет скрыться. Давайте машину здесь, наверное, оставим. Сейчас, если за нами только трое идут, мы с ними разберемся. А если идет больше троих, то мы сразу побежим, отступим. Здорово. Доброе утро. Да, как бы много, но они по одному идут, поэтому можно и помахаться, подраться. В целом, нормально, нормально. Я так сильно не боюсь. Я боюсь, что со спины подойдут. Вот, например, как сейчас ко мне со спины и идут уже. Нормально, неплохо. Неплохо живем, пока что живем. Охотничий нож из полезного. Но брать, наверное, не будем пока что. Хотя, чё бы не взять-то. Давайте возьмем. Потом копья делать. Охотничий нож такой довольно прочный, довольно мощный. Лучший ножик в игре, между прочим. Поэтому почему бы не брать их, если они попадаются. Когда будут попадаться мачете, будем уже мачете ставить на копья. А пока давайте ножи. Ну, и это все, конечно же, разумеется, после того, как мы уже сломаем монтировку. Сейчас пока с монтировкой лучше ходить. Прокачивать прочность себе. Вот это много надо бы отступить. Тихо, не кусаться. Не в этот раз. Зараза, много. Опасно. Что ж вы не ложитесь-то? А, у меня дыхалка кончилась, поэтому урона не наношу, да? Да, потому что дыхалка кончилась. Хреново чё.
Ну вот видите, один махач, там человек 10. Валим, и уже дыхалки не хватает больше. Но это из-за того, что у меня есть дебаф, лишний вес. Когда мы от него избавимся, он так сильно уставать не будет. Все, отбились. Хорошо. Хорошо, давайте перелазить. Так, что, сразу это здание посмотрим? Или нет, вот это, что это за здание? Я предлагаю посмотреть. Сейчас единственное, немножечко посидим, отдохнем. А чуть-чуть перекурить там, что-то перекусить, может быть. Ну, его тошнит очень сильно из-за количества трупов. Это прям, да, это проблемка. Так, ну что? Так, курить не хочешь пока? Вроде бы отдохнул. Ниток насобирать, да, нужно? Как считаете? Я считаю, что да. Я считаю, что ниток насобирать нужно. Да, они все здесь рядышком лежат. И это не сильно напряжно. Нужно насобирать ниточек. Нарвать тут всякие вот эти вот приколы. Носки, футболки всякие. Зомбей. Трусы, прочее. Ну, в принципе, все, да? Ну, вот три ниточки насобирали. Уже как бы заштопаться сможем. Ну-ка, давай-ка объединим все вместе. Неполная одна получилась ниточка. Что у тебя? Давай здесь еще порвем чуть-чуть. Приходят они, приходят, зараза, откуда-то. Долго на улице сидеть не получается. У нас тем временем, пока мы рвем вот эти вещи, не просто мы добываем нитки, у нас еще само шитье тоже прокачивается. Так что это все не бесполезно. Это все мы не зря этим занимаемся. Так, сбрасываю все тряпки. Ниточки объединяем. Все, нормально. Сейчас можно будет заштопаться. Полоски кожи у нас с собой, да? Ага, с собой, отлично. 8 штук. Давай потихонечку влезать, смотреть, что это. Что это здесь? Так, это кафешка, это забегаловка. Что здесь? Мы здесь были или нет? Вроде бы не были еще. Вроде только-только. Первый раз. Подливка испорченная, нифига себе. Сырок, сливочное масло. Сливочное масло можно есть, но оно добавляет несчастье. Но его можно кушать. Да, это кафешечка вот такая вот. Я тебя понял, хорошо. Что у нас дальше? Туалетики. В туалетиках мы сейчас с вами наберем водички. Да, отлично. Что у тебя по состоянию? Тошнит еще. Ну, пройдет скоро. Мы уже зомбями не дышим, вроде бы. Особо. Как бы. Так, ну вот тут они за дверью, их много здесь. Ебать. Опасный момент. Опасный. А чё у вас тут так много, друзья? Это кто еще такой? Стриптизер какой-то, ребят, пиздец. Стриптизером махаемся, смотрите. Или кто это? Кто, блядь? Повар, может быть, какой-то. Ой, блин, опасно, опасно здесь это делать. В таком узком пространстве. Очень опасно. Надо таких моментов избегать. Но пока мы в городе, колпак работника фастфуда. Это работник фастфуда у нас получается, да? Угу.
Колпак работника фастфуда. Ну, это они хавчик делали. Хорошо, я вас понял. Так, есть какой-то ключ. Так, там много проблем у нас, нет здесь? Пройтись, поглядеть, что это такое вообще. Пару зомбей. Ничего, не вопрос. Это плохо, монтировка сломалась. Тихо. Ты ж так медленно разворачиваешься-то. Так, у нас вторая монтировка есть, эту нужно скинуть. Тем более они не могут быть починены, отремонтированы. Давай. Есть еще одна целая. Хорошо. Карта вестпоинта. Такой у нас тоже уже есть. Сейчас посмотрим быстренько, что здесь вообще. Ну, это кафешечка тоже какая-то, да? Обезболивающая есть, хорош. Это какая-то кафешечка. А, ну вот и вход на кухню, я понял, хорошо. Бежали дальше. И вот, собственно, это здание, оно и заканчивается, да? Можно подняться наверх. Туда, сейчас аккуратненько попробуем. Погнали. Прям очень опасно, но надо посмотреть. Вот там наверху. Мне очень интересно. А, здесь уже, типа, директорские столики вот эти вот наши любимые. Где обычно сигареты можно найти. В этот раз нет. Так, и здесь они еще двери поломали, да? Так, тут у нас что? Журнал авто элитной модели. Инструкция, содержащая диаграммы, общие задачи обслуживания редких и дорогих автомобилей. Это мы уже читали. Хорошо. Газетку брать не будем. Что дальше? Еще одна газетка. Они здесь все повыпрыгивали в окна, да? Судя по всему. Хорошо. Не вопрос. Туалет чистый. Ну и в принципе все, да? Больше ничего здесь нету. Здесь можно... В принципе, остановиться ненадолго, передохнуть, перекусить. Так, хорошо, это здание мы тоже зачистили. Очень опасно, очень страшно, но мы справились. Дальше давайте пойдем вон к тому зеленому дальнему, посмотреть, что там. И оттуда уже, если что, мы сможем загаситься либо опять в баре, либо идти в те дома. Вот это надо посмотреть, что там такое. Но я думаю, успеется. Успеется. Не к спеху. Так, не убралась еще? Не убрался еще лишний вес у меня? Нет, пока что нет. Так, дорогие друзья, а где у нас выход? Выход у нас дальше. Хорошо. Бля, как много, а. Ёбаный в рот, там-то их сколько, охренеть. Посмотрите на этот пиздец. Целыми кучками уже они, типа, встречаются кучками не по 4, не по 5 человек, как за городом. А уже кучками по 12 человек. Так, эти пойдут в обход, да? А давайте здесь лучше встретим на той стороне. А, и все, и дыхалка у тебя, да? Ну ты красавчик, блин. А как так? Постой, отдохни. Чуть-чуть. Сразу дыхалка, только, блин, перелезли. Зараза. Тоже местный работник фастфуда. Вот, шеф-повар, уже интересно. Это уже у нас шеф-повар. Надо отдохнуть. Надо отдохнуть и покурить. Давай перекурчик небольшой. 9 сигареток еще есть. Нормально. Мне покурить. Даже вот, сука, покурить спокойнее не дают.
Иди нахуй, я курю. Котина. Не успел покурить. Ну что за падла, блядь? Лесная. Давай, кури. Хорош. Все, потихоньку можно двигаться. Если спокойненько идти, то она, в принципе, сама пройдет. Дебаф, мере напряжение. Так, что это за здание? Что там, блядь? Нихуя себе, это они только что появились? Типа. Вот не получится у нас посмотреть, да, это здание. И там тоже проблемки. А чё ж тогда делать? Идти сразу в дома? Или попробовать с этими потихоньку разобраться по одному? Ну-ка, с той стороны чё? Здесь не так много, но можно, в принципе, вот этих попробовать сейчас разобрать сначала. Чтобы было куда отступать от тех. Да, зараза. Опасненько это все. Опасненькую игру мы затеяли. Они, в принципе, видят нас и уебывают. Видите как? Инстинкт самосохранения у ребят. Давайте, ну-ка еще. Еще уходите дальше. Куда в лес уходите? Да, я, блядь, такой страшный, я вас всех убью, нахуй. Ладно, эти тоже отступают потихоньку. Ну, тогда можно, наверное, попробовать по одному здесь выманить и разобрать. Вроде бы он у нас как бы отдохнул немножко, вроде бы. Нам бы полчасика прям посидеть, поотдыхать. Но другое дело, тут уже момент к вечеру идет. Нам ночлежку нужно уже безопасную искать. Хотя как бы они уходят. В принципе-то. А давайте прямо на улице присядем и позашиваем себе вещи. Так, что у нас имеется? Давай-ка осмотримся. Армейская куртка. Все с заплатками, да? То есть все, что можно, зашито. Здесь понятно. Хорошо, джинсовая рубашка целая. Кальсоны. Тоже все с заплатками. А, нет, не все, смотрите, вот здесь еще можно сделать. Но это ладно. Перчатки надо зашивать. Полоски кожи давай. Заштопать дырку, полоски кожи. Все, состояние стало получше. Еще один укус, возможно, они выдержат. Открытая балаклава. А, не может быть подчинена, я тебя понял. Бронежилет у нас... Полностью целый новый, без дырок. Это хорошо. Толстовка. Футболка с длинными рукавами. А, так, штаны пожарного. А, их починить нельзя. Видите? Они с дырками будут. Не может быть починено. Я тебя понял. Ну, тогда все. Наверное, пока что, да? Пока что все. Давайте пытаться разбирать эту толпу. Хорошо, 4 человека заметили. Хорошо. Погнали. По чуть-чуть, потихонечку, по одному, по два, по три, по четыре. Но не сразу 10. Как он, отдохнувший, с ними разбирается легко, а? Блять, обратите внимание, да? Как просто. У нас еще шея без защиты, вот надо на шею что-то найти. Какой-нибудь шарфик. Повязочку там, что-нибудь такое. Галстук хотя бы. Давай еще два. Я хочу зайти просто посмотреть, что там, и отметить, что мы там были. Просто для галочки. Чтобы не теряться потом. Это что за здание вот это вот такое? Так, кожаный плащ. Понятно, все с тобой. Еще два. 4, хорошо, нормально. Разберемся. Так, я думаю, мы насобираем все в городе вот здесь вот. И заберем машину и уедем. Уедем обратно в леса, на фермы.
Там все-таки поспокойнее выживать получается, не так опасно. Спички, шикарно. Спички заберем. Так, там был ранец, да? У одного бомжа. Да, но он пустой. Жалко, что такие легкие сумочки нельзя типа вешать вместе с этим рюкзаком, вот помимо этих поясных. Еще там на плечо закинуть, просто ранец какой-нибудь. Барсеточку какую-нибудь, туда что-нибудь еще складывать. Ну, в целом неплохо, смотрите, прорвались мы сюда. Только здесь закрыто. Другой вопрос, да? Что с этим делать, если закрыто? Давайте сюда дуйте, наверное, чуть-чуть. Там окошко мне уже разбили одно. Ну, либо ключи искать, либо через окно залезать будем. Какой-то колл-центр, может быть, это, или я не знаю. Офисное здание. Хорошо, что у вас есть? Ух ты, я же, кстати, очки потерял. Когда меня кусали. Ебаки. Поэтому нужно очки собрать. Новенькие какие-нибудь. А вот хотя бы такие, да. Вон с нормального расстояния их замечал всех. Зомбей. Так, и дальше у нас вот идут домики. Вот будем домики, наверное, занимать. Ну, там на ночь. Давай, что ли, аккуратненько. Залезем. Кроссворды, блокнот, коробка скрепок. Да, это какие-то просто офисы. Bail bounce. Не знаю, что это значит. Двери кто-то ломает. Очень серьезно. Вот здесь вот ломают. Здесь, может быть, будет еда. Здесь есть ведро. Ведра давайте собирать будем. И, в принципе, весит немного. Потом будем водичку туда набирать. Здесь один. Только, да, только один. Ключ есть. Скорее всего, ключ от дверей. Что тут? Это, кстати, оружейный ящик вот этот вот. Но он пустой, к сожалению. Степлер. Лам. Обидно. Что ты здесь голожопу делаешь? Интересно. Интересный момент. Что он здесь голожопу делает? Так, дверку откроем. Ну и, в принципе, все. Здесь вот небольшой такой офис был. Ничего в нем полезного. Можно было не ходить. Тогда, как мы с вами поступим? Давайте в домики забираться будем, да? Вот в эти ближайшие. Один, два, ну желательно все займем, зачистим. И будем с этих домиков бегать вот сюда, вот в эти здания. Типа потихонечку их смотреть. И по-прежнему важно и нужно найти торговый центр. Потому что там может быть еда. Там может быть одежда и даже какие-то инструменты, которые оружие. Поэтому... Так, здесь забор... двойной забор крытый. Здесь мы перелезать не будем, потому что есть шанс напороться на ебак. И что еще хуже, на толпу ебак. Будем перелазить там, где решетчатый забор. Там хотя бы видно все. Нож, клип, галстук. А у нас галстук, по-моему, есть с вами, да? Точно такой же. Но защиту он, к сожалению, защиту шеи не дает. Единственное, что ты можешь с этим галстуком сделать, это в момент особой острой необходимости просто типа на нем подвеситься. Ох ты, так. Там грузовичок, этот грузовичок мы смотрели, да? Он у нас битый чуть-чуть и без ключей.
Другой момент. Вот у нас тут еще один грузовичок. И здесь идут дома с гаражами. То есть, возможно, здесь мы найдем машинки. На ходу даже, может быть. Это хорошо, это не может не радовать. Духи, ничего себе. Что-то там очень много зомби рычит повсюду. Это меня это настораживает. Надо бы машинку сюда пригнать по-хорошему. Ух ты, ё-моё. Давайте-ка сюда, за забор. Давайте-ка за забор. Еще там идут, зараза. Позамечали меня со всех сторон. Сейчас опасно. Братцы, еще темно становится, их плохо видно. Дыхалка опять села. Да, что ж ты будешь делать? Че ж он такой слабый-то у меня стал? Все время дыхалка заканчивается. Не успеваю там 5 человек сложить. 5-6 человек складываю, все, отдышка. Бля, ну чё вы оттуда-то еще идете? Ну ебаный в рот, блядь. Алис. Перелезем, похуй. На удачу чисто возьмем, да перелезем. А я их слева слышу, зараза, за забором. Перелезать-то опасно. Вон они, видите, и здесь со всех сторон. Да что ты будешь делать? Ну откуда у вас здесь так много? Ужас, это же один дом. Чё вы все, блядь, в одном доме вот в этом делаете? Я не понимаю. Да, с напряжением сейчас махаться с ними не вариант. Надо их всех увести нахуй отсюда. И потом в этот дом идти. А куда их уводить, если здесь леса нету? Я не понимаю. Голод наступает. Сильный уже. Угу. Сильный голод. Ну, а это вот, видимо, возможно, торговый центр. Вот это здание. А, нет, здесь всякие разные типа эти. Там типа... Всякие разные парикмахерские, там, магазины одежды и прочее. Продуктовый торговый центр, о котором я говорю, он... Он сзади был. Мы его прошли. Не отстают, зараза. У меня дыхалка сейчас сильно. Сильно закончится. Надо вот было к этому времени уже, когда темнеет, уже домик занять, но мы, блядь, не смогли. Посмотрите, что здесь. Во-первых. Так, во-первых, мы хотим спать, это плохо. Вот это, короче, это спортивная машинка. Она очень быстро ездит. Одна из спортивных. Вот эта машинка, это та, которая нам нужна. Это грузовик с большей вместимостью, чем мой. Поэтому мы сейчас это место запоминаем. Ищем ночлежку. И нужно найти ключи от этого грузовика. Это прям срочно надо. Если найдем ключи, то все. Считай, что выиграли в лотерею. Можно, конечно, забраться, попробовать сюда куда-нибудь и переночевать здесь. Но я бы на самом деле просто посидел, отдохнул бы. Ага, посидеть, отдохнуть мне не дадут. Там они появились уже, блядь. Только что не было, уже появились. Ебаки.
Надо бы мачету просто взять, у нее урон большой, и легче будет со всеми разбираться. Не так сильно уставать будем. Но я почему именно монтажкой пользуюсь? Потому что мачете у нас в количестве одной штуки осталось, и нам нужно скидывать вес. Нам нужно много двигаться и мало кушать. Сильное напряжение. Доигрались. Домахались. И еще двери здесь ломают теперь. Черт возьми. Что делать? Отступать надо. А куда отступать? Там у нас отставшие. Засранцы. Ну-ка, что с этой машиной? Закрыто, конечно же. Посиди чуть-чуть, отдохни. Витамины есть у нас? Витамины пожрать. Витамины сейчас поищем. Вроде бы витамины были с собой. Да. Мало остается, но... Что теперь делать? Надо съесть, чтобы хотя бы от сонливости избавиться. На какое-то время. Так, и дыхалочка сбрасывается, да, еще посидим. Поесть, может быть, что-нибудь можно. Или пока не будем, да? Но сильный голод уже надо, наверное, кушать, чтобы больше урона было. Распакуй консерв... Или что, что-то испорченное есть? Сливочное масло можно поесть. Давай консервы. Хрен с ними. А, три штуки у нас этих консерв. Конечно, давай тогда консервы открывай. Ешь. Кушай давай полностью. Ну, посмотрите, как долго отдыхает. Не может избавиться. Опять сонливость подступает. Зараза. Не можем отдохнуть, не успеваем. Надо занимать какое-то место, какой-то домик. Занимать. Сейчас двери сломают. Мы, надеюсь, к этому времени хотя бы отдохнуть успеем. Все, отдохнули. Идем. Эта машинка полностью закрыта. Так, эти немножечко уходят. Это хорошо. Нам становится холодно. Эта машина тоже закрыта. А багажник и багажник. Хорошо, давай смотреть грузовичок. Грузовичок, конечно же, закрыт. У одного из местных дурачков могут быть ключи от этого грузовичка. Поэтому надо бы посмотреть по-хорошему прямо сейчас. По-хорошему надо посмотреть. Да, он весь целый. Шевалер, фургон, мультистоп. Весь целый, весь в хорошем состоянии. Даже аккумулятор заряженный. И есть бензин, много бензина. Единственное, нам нужен ключ от него. Давайте посмотрим. Аккуратненько. Может, у кого-то здесь из зомбей есть ключи. Туда ключей ни у кого. Хреново. Угу, нету. И что мне делать с вами? И что же мне с вами делать? Где же мне ключ искать от этой машины? Его здесь нигде нету рядом. Он полностью заперт. Значит, он будет в этом здании, возможно. Palm Travel. Либо в одном из зомбей, либо в одном из зданий, которые рядом стоят. Может попасться. Может не попасться. Это опять же как бы не стопроцентный шанс.
Опять у меня дыхалка закончилась опять. Зараза. Пасочка новая синенькая. Что, переоденем? Или, наверное, нет пока что? Блядь, там скорей. А здесь-то что? Что насчет офисов? В офисах тоже есть. Давайте стул спиздим. Да. И уйдем. И сейчас стул куда-нибудь поставим и на стуле отдохнем, поспим. Попытаться обратно, короче, туда зайти, да, в дома. Или попытаться прямо на улице где-нибудь, либо в одной из машин переночевать. Я не знаю. Я не знаю, ребят. А загнал себя в ловушку. Негде ночевать. Там все, двери ломают. Ну, попробовать, может быть, здесь открыть. Да, здесь куча зомби. Прям много. Сильная усталость и напряжение у меня. Очень хочу сейчас в лес куда-нибудь свалить. Из этого города. Очень хочу. И очень боюсь умереть. Ну прям очень я хреново играю. Очень плохо. В городе именно. Ну одну закрытую комнатку какую-нибудь найти. Одну хотя бы. Пятки. И все, я загашусь и буду отдыхать. Туалет хотя бы, да? Ну вот здесь хотя бы никого нету. Может быть здесь прям переночуем. Вокруг куча зомби, а мы здесь спать собрались. Вот смотрите. Так. Ломается дверь здесь справа вверху, я слышу. Но это не вот эта дверь. Эта дверь не ломается. Потому что она бы как бы тряслась. Она вроде не трясется. Сейчас посмотрю. Да, она не трясется. Вот эта дверь тоже не трясется. Значит, не эту дверь ломают. Значит, в принципе, можно здесь поспать аккуратненько. Очень опасно, конечно, будет, но поспать здесь можно. Попробовать. Я не знаю, сможет ли он уснуть тут. Ой, как же опасно, блядь, это все, ребят. Как же это все опасно. И забаррикадить нечем. Вот еще в чем проблема. Забаррикадить вообще нечем. Кто-то может поешь хотя бы. Штучку открой. Медный голод. Давай завтра утречком. Попробуй, попробуй. Попробуй посидеть, просто отдохнуть чуть-чуть. Так, будильник у нас на 8. Давайте попробуем поспать. Была не была. Мы выжили. Это неплохо. Это очень неплохо. А у нас здесь прям рядом засранцы ходят. Надо было хотя бы эту дверь закрыть. Но мне главное было, чтобы был путь отступления. Так, тогда что делаем? Мы нашли фургон в отличном состоянии. Нам нужно сейчас зачищать вот это здание и искать от него ключи. Ловушка. Я в ловушке, надо бежать. Вообще я жесть, в какой ловушке? Беги! Ебать! Не, нахуй, я там так умру. Ребята, пиздец, блядь. Я, короче, я не хотел, я хотел играть аккуратно. Я хотел играть аккуратно, хотя бы в этот раз. Но, сука, получается еще менее аккуратно. Выходите. На улице хотя бы есть куда отступить в случае чего.
Мачете. Вот у этого в спине точно мачете торчит. 100%. Ну, кстати, длинный нож. Кроме мачете, это не может быть что-то другое. Это не может быть кухонный нож. Это по-любому мачете. Если это мачете, мы сейчас возьмем мачете, будем мачете отбиваться. Давай-ка в ту сторону. Так, температурка поднимается. Сейчас опять он у меня устанет, да? Быстро, максимально. Надеюсь, что, блядь, нет. Ёбаный в рот. Как опасно, а, просто пиздец. Ключи смотрим. Чё, тачки. Ключей-то и нету. Угу. Не вижу. Обидно. Ну, может, где-то на столах там внутри будет. Да, это мачете. Это мачете. Конечно же, берем. И можно, наверное, мачеткой сразу вооружиться. Что тут? Тут проблемы. Еба, меня укусили. Сука. Доигрались. Угу, конечно, и здесь их тоже дохрена. Давайте-ка нет, ребятки, давайте-ка. Поехал-ка я отсюда. Бля. Ребятушки. Это смерть, просто смерть. Надо выезжать из города, нафиг. Ну это, посмотрите, это жесть просто. Тут, конечно, много лута, но, блядь, я не справляюсь. Я сейчас нахожусь в отдаленном домике. А, в отдаленном из города домике. Я покатался, посмотрел мельком, что где находится. Очень много зомбей вот в местах, где дома. Очень много. И прям вот единственный домик, в который я кое-как смог забраться и оторваться от хвоста огромного, это вот этот вот отдаленный. Так, все, в таком состоянии, я думаю, можно ложиться спать. Что у меня по весу? 85. Хорошо, давай отдыхать будем. Незначительная боль, сильная усталость. Давай ложусь. Вокруг меня очень много зомби, они прям в этом здании. Но они меня не слышат, меня не видят. Стресс, нервный срыв, тошнота. Ух ты, это что такое? Это что такое? Откуда у меня стресс и тошнота? Я заболел, да? Походу, я заболел, ребята. Что ж, дурное самочувствие и незначительное недомогание. Что ж, теперь мы умрем, это только вопрос времени. Предлагаю найти машину. Теперь остается только продать свою жизнь подороже. Ну что, сука? Знаешь, что у меня еще есть? Не пробиваются почему-то, не убиваются. Ох, блядь. Вот что будет, если решишь пострелять в городе. У меня компьютер даже тормозит из-за этой хуйни. Вообще пиздец. Ё-моё. Да, это точно конец. Это конец. Свободных домиков не будет. Уезжаем на ферму тогда. Там на ферму только ехать. Больше некуда бежать. Все. Теперь точно все. Ну да, укус в шею. Мы и так уже были больны. Как бы тут и так уже тошнота. Вы выжили один месяц, 21 день, 7 часов. Вы убили 1891 зомби. К сожалению, несмотря на то, что мы смогли пробраться в город, нам не удалось избежать заражения, я не справился с большим количеством зомби.
либо был не очень аккуратным, не очень внимательным, немножечко расслабился. Первый раз, когда меня укусили, мне повезло, но во второй раз уже нет. Такие дела. Игра не про то, чтобы преодолеть какую-то определенную цель, типа выжить. И тут нет счастливого финала, тут есть только количество дней, которые ты сможешь продержаться. Мы смогли продержаться почти 2 месяца. Большую благодарность выражаю тем, кто смотрел эти 14 или 15 длинных двухчасовых частей моего выживания. Это был Project Zomboid. Испытание «Просто не ваш день». Всем спасибо. До новых встреч.